еще не висел. А, там все больше показывается. Так, Зенечка, тогда тебе да еще. Налачу идет. Я уверен, опять этот шик залетел из своих пчел, кстати. Ты дурной, что ли, шуля дурная идет? Богат, отвали от меня, клоун. Ты можешь выйти отсюда. Меня будет туннелить. Я полезу тут как бы есть. Я еще можно побегать. Давай, тебе глаз заведи. Я сочиняю. Меня новочуги открывают. Ты слышишь, пчелиная моя мойка отвали от меня, я тебя помогу, ты совсем дурной, Коля. Отвали от меня, дурик, я тебе говорю, ты слышишь, пчелиный выводок. Да отвали от меня, никто не уважает, блин, я еще думаю, сегодня это реально жесть. Сначала то сосед сверлит. То шик придет, дурное создание, пчелина. Отвали от меня, пчелина, я еще это скипнуть, блин, не могу это давно. Отвали от меня, никто это говно не уважает. Да отвали от меня. Да отвали от меня, я тебе говорю. Ты дурак, сколько ты спамить будешь? Иди нафиг отсюда, дурная! Ты пчелиная, я тебе говорю, ты что, дешала, хочешь остаться? Ты слышишь, жаловик дурной. Сидит дуря мохната, отвали от меня лучше. Достал, это жесть просто поспамил. Надеюсь, у тебя все деньги мамкины закончились. Слава богу. Ну все, идем жесткий скилл показывать. Мы приветствуем тебя, мистер суперлатентный гомосексуал. Да, нафиг. Суперлатентный гомосексуал! В кожаном белье и плаще. Когда проснутся пчелки, тогда причешут челки, умоются над лужицей. Пчелок уважает. А каких чё пчелиных? Иди нафиг отсюда, доля мохнатая, я тебе говорю. Это по-любому шик говно свое ставит. Трек поставил, еще говно свое ставит. Неадекватно. Мы с мужиками под этот трек ходим на работу. Пасть-то. Какой трек? К черту ты еще ходишь? Да нафига ты это ставишь, кота своего дрянного? Блядь, а я уверен, что это шик. Просто читаю вот этих вот. Кто пчелок уважает? Кто пчелок уважает? Ну, что? Да нафига ты настонываешь здесь? Кто вообще это создал мем? Надо забанить этот мем. Пойдет в казну. Нет, это не я. Я только на стрим зашел. Просто уже практически выходной. Поэтому начинается контржужжание от моих детишек. Согласен, закрой детей своих, забери, невоспитанных. Рот закрой, свой тварик из гопа. У него 3%, что ли? На! Хорошо. Не, реально, как на ферме отыгрывать? Это же жесть на ферме. Вот. Это ты иди на. Ты гундон, сучок. Вроде нормальный парень. Но какой-то гнилой. Но не очень. Чё, как ты вообще как разговариваешь, ты слышишь? Для тебя с негатив. Дермоед чисто, извините, без негатив. Извините. Зина! Да ты иди. Сейчас мы будем заниматься. Хорошо разыграли деда Перик.
А мальчика нафига ты ставишь на все лицо, чтоб тебе мальчик на пол лицо чисто присел? Отвали, ты совсем дурной, что ли? Нафига ты спамишь, бабуин дурной? Это по-любому шик, ему, понимаете, денег некуда тратить. Я не знаю, сколько он уже потратил, но это жесть. Что обезьяний, блин, еще? Хоть мальчик на лицо чисто присел. Оставлен со своим мальчиком еще бразильским. Уверен, там еще будет мальчик играться у него. Когда проснутся пчелы, то пчелы пролагают, то к ним не пристает. Да отвали от меня, что это за... Да что за звук, это нафиг космос? Да иди нахрен отсюда, вот отстал меня! Да отвали от меня, как это убрать? Ты свистишь, сверлильница дурная, как это все опаю в говно. А что это такое было, блин? Я настолько жестко раскидал, что они... Чего, блин? Да откуда ты это говно опять раскопал? Да отвали от меня, говноед, блин, редкостный. Нафига ты всякое говно раскапывать? Да отвали, это ж по-любому шик дремой. Да отвали от меня. Отвали, блин, от меня спамишь, бля. Ты, кажется, в говно кидаешь. Все, никаких... Какой еще звук противный. Да никто твоих мохнатых не улети отсюда, дура, пчелина, я тебе говорю, ты слышишь? Улети нафиг отсюда, я тебе говорю! Да пчелона, отсюда ты слышишь? Пчелина! Ты отвали от меня, хвоу! Отвали от меня, ты слышишь? Пчелина, я дурная! Ты слышишь, жало что ли лишнее? И нафиг отсюда я тебе говорю, шерши отсюда. Ты что, совсем ненормальный что ли? Ты вообще болен? Ты вообще болен что ли? У тебя все в порядке там? Ты нафиг отсюда? И ты говорит, да сколько можно? Ты откуда деньги взял и своего улья пчелиного собрал чисто? Нафиг отсюда я тебе говорю. Да отвалите от меня, я ничего не слышу. Да не, никто не ушел, да не капер. Отсюда, давай я тебе говорю. О, да, да отвалите от меня, я тебе говорю, это нет. Да что за фигня, блин. Не шо, опять поднимать, что ли? Чулок уважает, чулок уважает. Я ты нормальный? Ты слышишь роль, чилин? Держите меня, семеро, я жало сейчас пойду. Доставать. Достали меня. Да иди нафиг отсюда, я тебе говорю, пчелина, улети отсюда. Осуждаю я, максимально такие высказывания. Плюнь мне в жопу, поцелуй меня в очко, укуси мой клинок. Просто посмотрите на этого долбоеба. Да натер, что ли, посмотреть, я не понимаю. Да нафига ты названиваешь? Алло, блин, перезвони. Как вы? Совсем не нормально. Нафига ты мне названиваешь? Ты совсем дурной. Из ада чисто звонит бессмердящий. Отвали от меня, я тебе говорю. Совсем дурак. Нафига ты названиваешь, клоун? Я тебе говорю, дресни отсюда. Ай-я-я про тебя! Так, Шлинга, куда ты названиваешь, дура? Блин, сколько у тебя денег? Ты совсем не нормально, что ли? У тебя реально болит? Маме верни деньги, ты совсем дурной, что ли?
Я-то сколько амоплёста потратила, нашло себе занятие, дурное. И разорви моё отчество. Дурик крылатый, ты можешь свалить оттуда, сдрыснуть, чисто обдрыстыш летающий сидит и спамит. Ну спамит и спамит обдрыстыш летающий, ты можешь от меня отвалить? Да я осуждаю, Максималь, да я осуждаю, да ты вывались от меня! Ты совсем глупый, что ли? Да я не знаю, как это лопнуть. Да еще сосед твой проснулся! Нафига ты проснулся, блин, в этот день? У меня сегодня вообще сегодня крыша, походу. Поедет. Как я завтра Пиноккио буду? Стрим. Отвали от меня, дурной, сейчас сидит и сверлит, оно сверлит и сверлит весь стрим. Тебе что, 3 часа не хватило, сколько оно там сверлило? Валера, лучше его не нюхать, он не настоящий, он силиконовый. Чего, блин, кого нюхать? Ну давай, давай, позвонила мне дурка, давай. Высори что-нибудь. Валя, бегом, что они делают? Фигня, блин, дайте мне спокойно поиграть, пожалуйста. То извини, не Вероничка. Папа. Папа и пит, папа. Да не ты, Соночка, только зашли. Папа и да. Папа. Да, да, да. У меня нет подписки никакой. Я покажу. Ты хочешь, чтоб у тебя этот? Да ты иди. Чтоб у тебя это, как его слово? Зависть, понимаешь, комплексы появились, Вероничка. Что, совсем ненормально, ты слышишь? Бразильский мальчик, лебра, дурная. Мало тебе, ты ничего отсюда от меня, я тебе говорю, ты слышишь, мальчик бразильский. Отвали от меня, нафига ты здесь пляшешь, уйди отсюда. Ты по-любому шик, сколько, ты совсем что ли? Ну ты реально ненормальный, у тебя сначала пчелиный, потом мальчик вырос. Из улья нафиг. Отвали от меня, я тебе говорю. Ты можешь не спамить, один раз пустил и все, нафига ты в мем это спамишь? Ты что, нафиг вообще не жалко, ты совсем там поехавший? У кого ты деньги украл, дурное создание? Сидит почему 72 часа Винстон 18 выйдет? Все, слава богу, деньги закончились. Нормально, сейчас пойдем стримить. Да нафига ты стучишь? Что там происходит? Подождите, Lies of P. Точная дата выхода. Нафига ты мне настукиваешь из дурки прямиком? А как насчет попы? А как насчет попы? Меня она и так уже трахнута. А как насчет попы? Меня она и так уже трахнута. Попу в покое, блин. Меня она и так уже трахнута. А как насчет попы? Попу в покое, блин. Меня она и так уже трахнута. О! Ты просто нулевый. Да ты нулевый, понял? Сидит нулевка чисто. Бафтика.
ты просто нулевый. Ты просто нулевый. Ты просто нулевый. Опять шик, не говори, что это он. Откуда у тебя деньги, блин? Ты слышишь, нулевый. Реально, бойка, блин. Чем пава? Реально, что ты за покемон такой на шик? Конечно, спасибо тебе за поддержку. Я не знаю, сколько ты там накидал, но это жесть просто. Ну, понимаете, у бабки пенсию воруют, чтобы прийти и фигню какую-то спамить. Какая зарплата? У него пенсия пришла, причем бабкина. Еще у своей воруют, дурной. Что-то вообще катки не клеились. Вот сегодня реально какой-то говнострим был. Не убьем, не убьем. О, если честно, еще... О! Су-су-су-су! Ракета. И не надо. Если вдруг надумаешь в космос лететь или ударить кого-то, обращайся. Святой гной, ничего не надо, мне осуждаю. Не нужна мне никакая ракета. Да ты опять спамишь, да уйди отсюда, глист спамящий. Ты кто просто, ты слышишь, жало дрябо. Отвали от меня, пчелина, это по-любому ты, пчелина, дронья. Отвали от меня, я тебе говорю, сгинь отсюда, ва! Вот реально, ты ошибка чисто, ошибка. Какой кудасай? Да ничего ты там кусать, не надо ничего кусать, блин, да отстань от меня. Да что за херня? Бля, я такой дурки вообще не помню, это жесть. Отдыхать пойдем. Я думаю, все за. Нужно идти отдыхать и завтра со спокойной душой стримить новинку и ДБД. О, это чисто конь в пальто пришел на донатере. Вся показывает. Мы все против, как против. Да когда у тебя закончатся чертовы деньги? Ты можешь мне не донатить, не донать мне, я тебе говорю, не донать. Пожалуйста, не донать. Уйди отсюда и не донать мне никогда больше. Никогда. Никогда, мать его, возьми. Никогда. Человек уважает. Лучше пошел на... Хрен! Того они не жалят. Пчелок уважает. Пчелок уважает. Пчелок уважает. Ты совсем поехавший, что ли? Ну ты реально безум... Иди отсюда, дуряш полосатая. Иди отсюда, пока без жала не осталось. Ну я реально бы твое жало бы так бы и схватил бы, твое жало, пчелина. Дура пернатая, иди отсюда, дура, я тебе говорю, пернатая. Сидит чисто шершень крылатый, я тебе говорю, детей своих забери, которые спамят. Да чтоб тебя ужалили чисто. Достали меня, отвалите от меня, это просто ненормальный. Зачем укусил, я знаю, ты любишь отсасывать.